даже вот для семьи попросить нечего, потому что мы все вместе, мы все здоровые, и у нас все хорошо. У нас есть дом, есть машина, как бы главное, что есть здоровье, и что есть дети, и муж рядом. Вот полный комплект. Полный комплект, даже попросить нечего. Поздравляю Ивангород с Новым годом. Желаю, чтобы у всех все было хорошо. Замечательно. Что Деду Морозу сам закажешь? Может, он нас услышит, мы опубликуем, и тебе принесет, что бы хотелось. Ну, давай, придумай быстрее, он сейчас услышит и принесет тебе. Ну, хотелось бы мяч какой-то. Футбольный? Замечательно. Ты футболом увлекаешься, да? Ходишь на секцию? Замечательно. Спасибо большое, тебя с наступающим. Всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья. И чтобы ковид ничего не испортил, все ваши планы. Поздравляю вас. Я у Деда Мороза попросила холст и для холста краски, для холста, ну, как акварельный тюбик. Чтобы рисовать. Классно, картина потом будет, а у тебя? Я хочу себе на Новый год профессиональный кубик. В этом году, ну, в 2022 году, я бы хотела пожелать всем хорошего здоровья, счастья, чтобы были повышения на работе, чтобы было меньше проблем. Хотела бы пожелать всем, чтобы мечты исполнялись. Особый Новый год хотела бы, да не знаю, просто хорошее здоровье всем. Желаю здоровья и счастья, и чтобы Путин их больше не обижал никого. Желаю вам здоровья, процветания в следующем году и всех благ. Мы на позитиве, нам негатив не нужен. Так, а в чем заключается позитив? Поделитесь. Ну, это каждый свой ваш подход к жизни. Да. Я считаю, что позитив должен быть, иначе как можно жить? Замечательно. Дорогие ивангородцы, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю, конечно, здоровья, чтобы поскорее кончилась эта пандемия, и мы были все счастливы, как обычно. Будем ходить друг к другу в гости, без всяких там этих кодов. Всем здоровья, это самое главное. Алена. Аленушка, это моя внучечка. Да. Давай, Алена. Что бы хотелось вообще на Новый год? Какой подарок? Вот прямо. Ну, я хочу, чтобы он был счастлив, чтобы не болел. И чтобы приносил подарки. Поздравляем. Мы рады поздравить жителей нашего города с наступающим Новым годом. Приглашаем их в наш магазин за подарками. И желаем им здоровья, счастья, любви большой. Самое главное, чтобы закончилась пандемия, или могла Эстония к нам прийти, и не только нам город. Чтобы масочки уже не одевали, и лица были открыты. Все здоровы. Самое главное. Здоровья, мира, всем счастья. Изменений каких-то в лучшую сторону. Подарка какого-то конкретного. Надо до 70 дожить теперь. Еще 2 года. Ну, все еще впереди. А зато 2 качественных, классных, красивых, самых интересных года в нашей жизни. Да? Да. А главное — мешок денег. Подъемка. Это самое главное. И мешок здоровья. Вот хорошо сказали. Дорогие ивангородцы, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошего здоровья. Это самое главное — здоровье, хорошего настроения и всего-всего доброго.